Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки в Wildberries, Яндекс.Маркет и Озон. Итак, поехали! Покупочка Wildberries – это вот такой вот интересный. Дейзи, кстати, беру этот бренд первый раз, девчонки хвалили. О, как он приходит! Вроде как это 100% натуральный дезодорант. Посмотрю, как будет защищать, потом вам отзывы расскажу. Здесь... На основе чего он? Вода, квасцы, вот. В общем, хвалят. Сейчас распакуем. Подушка вообще крутецкая. Объем здесь небольшой. Смотрите, какой он худенький. Такой, знаете, как обрезали. Шариковый шарик маленький, достаточно удобный. Очень классный запах у этого зеленого. Вот прям очень классный. Какая-то парфюмерная душка, прям вот крутецкая. А, что хочу сказать, шел он ко мне неделю. Вот шел очень долго. Я уж думала, все, не придет, наверное, совсем. Нет, пришел. И только вот дошли руки снять. Так, девчонкам в Телеграм уже рассказывала. Кстати, в Телеграм Лена и посоветовала. Спасибо ей большое. Я довольна. 100 лет не ходила с рюкзаками. Здесь решила заказать. Цена вопроса штукарь. Сейчас уже 900 с чем-то он стоит. А, по Wildberries карте, счету, как он там называется. Я даже этикетку вот оставила от него. Что за бренд и так далее. Очень прикольный, девчонки, рюкзак. Вот очень прикольный. Вот это все дело. Добро идет в подарок. Вот такой брелок с веревочкой. Мишка, хотите вешайте, хотите не вешайте. И вот такой ремешок отдельно текстильный. То есть его можно носить как сумку на плече, его можно носить как рюкзак. И даже когда вы его носите рюкзак, как рюкзак, этот ремешок висит, смотрится очень красиво, стильно. А ручки, естественно, все регулируются. В этом плане все отлично и очень мягкая кожа. Ну, не кожа, конечно, кожзам, не знаю, что это, эко-кожа, не помню. Регулируется, то есть как удобно, так и носим. А огромный карман сзади, просто огромный. Две кисти, наверное, рядом влезут. Дальше едем. По бокам кармашики такие вот, что можно маленькую бутылочку поставить. Ну, нет, бутылочку, наверное, нет. Платочки там носовые положить, сухие там и так далее. Салфеточки, пачку. Вот они два. Дальше я, кстати, вот этот даже не открывала, не пользовалась. Ой, он тоже очень вместительный. Сюда. Ну, не сильно много влезет, но ключи влезут, допустим, там что-то еще влезет. Прям вот мягкая кожа. У них разные расцветки, но я решила взять все-таки черный. Поближе вам показываю, он такой как бы рифленый. А, кстати, вот исполнение тоже там у них разное. Разный цвет, разное исполнение. Есть немножко по-другому сделано. А, классно, мне очень понравился. Так, дальше отдел. Огромный вот отдел. Он без карманчиков, без всего. Один отдел. И самый большой отдел. Здесь внутри уже текстиль. И есть еще карманы. Один без молнии, огромный. То есть телефон сюда свободно влезает, он вообще огромный. И один карманчик на молнии. Такой же большой, но может чуть поменьше. А так вообще он глубокий, до самого дна. Тоже все влезает. Прям замечательно. А, молнии выполнены красиво, стильненько. Прям вот все здорово. Мне очень понравился. И вместительно, девчонки. У меня сюда влезает литровая бутылка воды. У меня сюда влезают детские салфетки. Кофту я туда кладу на вечер, Крис, как бы. Ключи, еда. В магазин можно сходить, если не сильно там закупаться. То есть он большой, он такой вот прям много в себя вмещает, несмотря на то, что смотрится вот таким вот небольшим, аккуратненьким. В общем, мне очень понравилось. Смело могу рекомендовать. Классные, стильненькие расцветочки разные. Здесь исполнение разное. Все отличненько. Покупочки Wildberries и Озон. На Озон пришлось заказать герметик, уже показывала его вам. Не хватило чуть-чуть домазать после того, как нам сделали потолок ванной. Приклеила еще пару панелей, прям вот совсем не хватило чуть-чуть, пришлось брать целый. Это герметик темно-серый, антрацит грей называется цвет. Герметик для влажных помещений, самая адекватная цена. На просторах интернета и не только, за такого качества герметика. Именно для влажных помещений не стоит очень дорого. И вот этот бренд, он представлен только на Озоне, больше его нигде нет, поэтому пришлось заказать еще один пузырек. Ну, может быть, где-то пригодится. Так, дальше, Wildberries. Здесь у нас гирлянда 3×2, это в зал. У нас в зале гирлянда круглый год висит на стене. Кто не видел, как бы, ну, кто дзен смотрит, тот знает, я уже показывала. И у нас кот ее погрыз, она у нас, в общем, сломалась. Мы пока повесили туда временно две гирлянды, но они другого размера. Пришлось две вешать, а так у нас стена там 3 метра. Вот. Но решила все-таки, что эти гирлянды снимем. Это у нас для кухни, еще для чего-то была вторая. И заказала сейчас, как бы, покупай сани летом. 192 рубля, гирлянда 3×2 метра. То есть в длину, в ширину получается 3, в длину 2 метра. Вот нам такая как раз и нужна. Мы ее включаем. Это белый холодный свет, нити.
нити, да, вот как здесь нарисовано, 16 нитей здесь, я проверила, на пункте выдачи включила, все отлично. К таким гирляндам, как правило, всегда нужен удлинитель, потому что очень короткий провод, но он всегда, как будто вот специально так делают, вы знаете, чтобы покупали удлинитель. Но удлинители тоже, они сейчас по 40-60 рублей, у меня этого добра дома навалом от зимы, поэтому мне нужна была чистая гирлянда. Вот сейчас пойдем снимем те, повесим вот эту одну цельную, будет красота. Мне нравится, когда в помещении вечером горит не основной свет, а, допустим, какая-то вот красивая подсветка, одна стена подсвечена, как у нас в данном случае. Я так люблю. Так, дальше, бюджетная очень пижамка, осталось, если я сейчас смотрела, не очень много на ВБ, по 300 с небольшим рублей пижамка, вот сказала, не пижамка, костюм, это костюм, здесь нет информации у нас с вами на пакетике, летний костюм, девчачий, там, кстати, голубенький есть, и вот такой остался, тропикана. Комплект трикотажный, детский трикотаж, 100% хлопок. Я взяла ростовочку побольше, 116-ю, ну, потому что это 100% хлопок, он может дать усадку, да, и как бы, ну, чтобы запас был. Лето, растем. Вот такая миленькая расцветка, футболочка. За 300 с чем-то рублей, девчонки, шикарный комплект. И шортики. Вот такие шортики обработаны. Горловина обработана, то есть вообще все very good. Карманов нет, карманов у шортов нет. А, резинка прошита сама, да, вертеться не будет. Обычный, отличный такой средней плотности хлопок с очень миленькой расцветочкой. Прям костюмчик very good. Это для Крис я взяла, соответственно. Да. Вот, так что вообще классно. Если успеете, берите. Прям качество порадовало. Пачка Яндекс.Маркета. Это кофе. Уже много раз показывала вам, что беру такой пятерочку, жардин или четверку. Здесь 150 грамм. Он вкусный. Он реально вкусный. Он реально бодрит. Я пью с молоком. С молоком не горчит. Без молока не могу сказать вам. Не пробовала. И вот самая выгодная цена выходит на Яндекс.Маркете. Иногда бывает дешевле на Озон, но чаще всего именно на Яндекс.Маркете. Поэтому кофе рекомендую. Берем его уже на постоянной основе. Беру, как правило, всегда запас, потому что улетает моментально. Ну и на этом все. Мои хорошие, все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока.